Как правильно составить жалобу в прокуратуру и что для этого нужно? В прокуратуре действует инструкция по рассмотрению обращений граждан, которая утверждена Генеральным прокурором Российской Федерации. Когда обращение будет эффективным и каков порядок его рассмотрения? Детально разбираться и устанавливать права. Эта проблема остается актуальной для нашего района. Бывают ли обращения, жалобы, которые остаются без рассмотрения? Любой, кто пришел и направил или любым иным способом направил к нам через электронный сервис обращение, даже если он относится к нашей компетенции, мы зарегистрируем 100%. Смотрите сегодня программу «Прокурор в теме» 18.15. Гость в студии Владимир Исаев, прокурор промышленного района города Самары.